Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте всем. Давно мы с вами не делились своими мыслями. Вот сегодня как раз захотелось не только мыслями поделиться, но и впечатлениями. Можно сказать, вот мы прямо с корабля на бал. Сегодня нас с Арменом пригласили в один из ярославских вузов на встречу с первокурсниками. Пригласили как журналистов, блогеров поделиться своим опытом. Приглашение было сделано спонтанно. Практически вечером, вчера мы узнали, что утром сегодня нас уже ждут, так что и наше выступление было экспромтом, и наши впечатления тоже такие вот, мы не успели, наверное, ни к чему подготовиться, каких-то ожиданий особо не было, вот, но встреча состоялась, и встреча очень приятная, вот честное слово, порадовала наша молодежь, и вот именно этим и хочется поделиться, какие хорошие у нас ребята растут, чистые, светлые, хотят правду людям рассказывать, хотят нести свет, хотят повышать уровень культуры, который сегодня в обществе низок. И они в свои 19-18 лет сегодня видят это, понимают, чувствуют и ищут способы решения этих проблем. Вот честное слово, я не ожидала таких умных вопросов от ребят, которые мы сегодня услышали. И вот сейчас я, наверное, в большей степени делюсь эмоциями, скажем так, тем зарядом, который я получила от них, нежели какими-то такими глубокими мыслями. Но я думаю, с глубокими мыслями, Армен, ты меня поддержишь. Опять-таки, первое – это эмоции, впечатления, и у меня тоже очень позитивные и добрые чувства после вот этой встречи, когда ты видишь молодых ребят, которые задают очень глубокие вопросы, очень серьезные вопросы, которые готовы думать, копать, находить ответы и делиться своими идеями с другими, это всегда радует. И радует также вот этот неподдельный интерес в глазах, когда речь идет об очень сложных и очень непростых проблемах, о проблемах, которые стоят сегодня перед человечеством, перед страной. И я думаю, что после этой встречи оптимизма несколько стало больше. Да, вот именно что оптимизма, потому что действительно ребята задавали, ну вот не, говорю за себя, очень неожиданно сложные и глубокие вопросы. И вот по вопросам ведь тоже можно судить и о том, что происходит в голове и в сердце человека, да. Во-первых, мы благодарны им за искренность, за то доверие, которое установилось между нами. И вот за те вопросы. И честно говоря, вот у меня, я не знаю, ну, вот интересно будет обратную связь от них получить, какие они эмоции от нас получили, потому что мы-то от них зарядились. Вот у меня радости за наше подрастающее, уже вырастающее поколение сегодня очень много, скажем так, и гордости за то, что такие люди у нас есть. И ничего, кроме как желания помочь им, поддержать их, вот, ну, как бы не возникает. То есть, и вот у меня сразу же как-то возникла такая идея, как дать возможность этим ребятам сделать что-то на нашем канале, какие-то передачи, возможно, репортажи. Ну, это уже как бы, если они вдруг захотят и откликнутся на наше предложение, мы будем рады с ними посотрудничать, повзаимодействовать, поделиться всем тем, что мы сами накопили. Ну и, соответственно, уверена, что такие юные души, тот потенциал, который в них есть, им есть, нужно дать возможность этот потенциал реализовать, и, соответственно, вот они нас сегодня тоже много чему могут поучить, я так думаю. Есть и также ощущение того, что все больше и больше становится видимым, осязаемым тот водораздел, который сегодня возникает между двумя очень большими группами, скажем так, людей. Условно, первая группа – это те люди, которые видят, что человечество в очень непростой ситуации чувствует, что надо
как-то все это менять и понимать, что так жить больше нельзя. И вторая группа, очень многочисленная, это те люди, которые думают, что ну, будут трудности, но все в конечном итоге утрясется, все вернется на круги своя, можно и дальше заниматься своими текущими бытовыми делами, не думать о больших проблемах, да, не задаваться большими вопросами. Это не наше дело, это дело кого-то другого. И вот этот водораздел между этими двумя группами, на мой взгляд, по моим ощущениям, с каждым днем становится все глубже и глубже. Он проявляется и на уровне быта, с теми людьми, с которыми мы общаемся в наших повседневных ситуациях. Он проявляется и на уровне страны в целом. Это можно наблюдать и по тем темам, которые поднимаются блогерами, спикерами, говорящими, скажем так, головами. Это сегодня проявляется и на уровне стран и групп стран также. И вот буквально сегодня мне попалась на глаза интереснейшая новость, которая является еще одним примером, как вот этот водораздел между вот этими двумя группами, которые различаются по базовым моральным, этическим установкам, по мировоззрению, становится все явственнее, все глубже. А вот сегодня прошла новость о том, что в Генассамблее ООН была предложена резолюция против героизации нацизма. И 49 стран проголосовали против, проголосовали фактически за то, что нацисты – это герои. И мне кажется, уже все примерно догадываются, да, какие страны входят в эти 49, в этот список. Естественно, Соединенные Штаты, как ни странно, Германия, Украина, кто бы сомневался, Великобритания, Италия, Япония, Грузия, что очень интересно, европейские, большинство европейских стран, прибалтийские государства и так далее. То есть, опять-таки, мы видим этот водораздел между теми странами, которые считают, что это нормально, когда есть нацизм и когда есть герои, представляющие вот эту идеологию нацизма. Ведь никто не отменял законы духовного мира. И понятно, что вот такая мировоззренческая установка, она не имеет будущего. И обратные связи никто не отменял. Всевышний не ошибается. И вспомним, какая судьба постигла страну, которая считала, что нацизм является самой правильной идеологией. Посмотрим на наших глазах, это происходит, что судьба уготовила для другой страны, соседней, которая тоже приняла вот эту идеологию нацизма. И подумаем все вместе о том, как мировоззренческие установки влияют в итоге на то, какое будущее будет у стран, у отдельных людей и у человечества в целом.
Да, спасибо тебе. И ты знаешь, вот ты сказала о водоразделе, и я думаю, что как раз одним из проявлений такого водораздела является прежде всего система образования и то, чему сегодня учат в вузах. И в вузах не только нашей страны, а вообще в мире, скажем так, да. Вот. И как мне кажется, вот ты опять же можешь больше поделиться, ты работал и в западной системе, и в российской системе, успел уже поработать. Образовательный, да. Как мне кажется, отличий сегодня, в общем-то, не так уж и много. Наша система, по сути, сегодня в том виде, в котором она есть, с теми учебниками, которые есть, не дает ответов на многие вопросы, которые ставит жизнь, и в том числе и перед ребятами. Вот. И они пытаются, и вот вопрос-то важно-то сегодня то, чтобы они сумели найти эти ответы на вопросы, и чтобы и помочь, и вот и хочется как раз, когда видишь такие глаза, когда видишь их стремление не уехать куда-то, а сделать здесь лучше страну. Это вот для меня сегодня это было ключевым и очень важным, потому что еще несколько лет назад, когда я встречалась с молодежью, большинство хотели валить отсюда. И хотели валить отсюда, и вот не было у них, ну, как бы не считалось. Вот сегодня заодно только это, готовы вот их расцеловать, обнять. И вот они сегодня, 19-летние, задаются вопросом, они видят сегодня, что вот вам, и они говорят, взрослые, вам не надоело наступать на одни и те же грабли? Но вы же неужели вы не видите, что вы ходите по кругу? Неужели вы не видите, что нам придется, и уже теперь не только, они уже в 19 лет говорят, что ваши ошибки придется не только нашему поколению исправлять, но и следующим, нашим детям придется, и как, потому, и они говорят, ведь ошибки-то накапливаются. Вы не устали ходить по одному и тому же кругу и наступать на одни и те же грабли? Вот просто один этот вопрос сегодня, который прозвучал, 10 баллов, если честно. Ну там вообще практически все вопросы, которые были, это все вопросы 10 баллов. Потому что ребята касались таких тем, которые им в университете, ну, в институте, в университетах не дают. То есть видно, что они выходят за рамки программы, они ищут и пытаются найти эти ответы. И я уверена, что они найдут эти ответы. Главное, чтобы вот эта жажда знания в них не притушилась и не отформатировалась, поскольку вот мы сегодня, опять же, общаясь с преподавателем, который нас пригласил на эту встречу, тоже он отмечает, что, к сожалению, к старшим курсам в ребятах вот этот огонь уже затушен, и вот это желание творить свою историю, да, у многих уже угасает, и мозги их отформатированы вот той системой, которая, собственно говоря, надевает на них шоры, хотя нормальная система образования должна расширять картину мира, расширять сознание, да, человека, показывать ему широкий путь. Вот сегодняшняя, к сожалению, система образования сужает это мировоззрение. Она как бы туннелизирует и форматирует во многом ребят. Да, я согласен и согласен с тем, что есть такое впечатление после встречи, что те вопросы, которые возникают у некоторой части молодежи, они явно не получают ответа в рамках существующей системы образования, существующих программ. И самое интересное в том, что сегодня такие ответы уже предложены. Они есть в открытом доступе. Они звучат и на нашем канале, как один из источников для получения вот такой информации, о которой мало говорят в системе образования. И опять-таки, вот здесь будет проходить еще один водораздел. По сути, тот же водораздел. Будут ребята, которые будут просто принимать то, что им говорят вот, в существующей системе, не задавать вопросов. То есть они будут, по сути, соглашаться с тем, что есть на сегодня, будут соглашаться с тем, что их пытаются загнать вот в эту матрицу существующую со всеми вытекающими для них последствиями. А будут ребята, есть ребята, и сегодня они проявились, которые
не устраивает вот такая матрица, которая есть сегодня. Им нужны ответы, они ищут эти ответы, и эти ответы есть самое главное. Я уверен, что они эти ответы найдут. И вот именно вот эта вторая группа будет локомотивом тех изменений, которые грядут и которые будут выводить Россию, а за ней и остальное человечество из той непростой ситуации, в которой мы все оказались. Наверное, все-таки вот у нас тоже какой-то сложился такой стереотип, или нам все время внедряется в сознание, да, что не та у нас молодежь, но вообще это каждому поколению свойственно в какой-то момент говорить, эх, не то время, вот мы-то были молодыми, совсем другое дело было. Вот, на самом деле, и это случается, по сути, каждое поколение. На самом деле, вот у нас замечательная молодежь, и что я сегодня еще поняла, что им нужно всем помогать, и нужно больше давать. Не надо их грузить опытом своих ошибок трудных. Не надо их тормозить и пугать своими неудачами. У каждого из них свой путь. И то, что, возможно, вам когда-то не удалось, они смогут это преодолеть с легкостью. Потому что, опять же, мы, вот если говорить о том, что связано, все в мире связано со всем, зачем-то они пришли в этот мир именно в это время, именно в этом месте. И каждый из них должен выполнить свою задачу, пройти свой путь, проторить свою колею. И не надо их сворачивать на какую-то общую стереотипную протоптанную дорожку, по которой все идут, и, скажем так, толкать их туда. Вот, что многие взрослые, скажем так, из желания вроде как сделать лучше для своего чада, на самом деле стараются оградить их от проблем, оградить их от сложностей. А ведь вообще-то вот в свое время Деголь, сейчас не будем обсуждать его политических взглядов, но это была личность историческая, да, государственная. Вот у него есть такое выражение: выбирайте самый сложный путь, на нем вы не встретите конкурентов. Да, когда ты торишь свою колею, да, он сложный, он тяжелый, но это своя колея. Ты проживаешь свою жизнь, а не чужую. И ты творишь свою историю, а не чужую. И действительно, здесь ты не встретишь конкурентов, и здесь ты можешь сделать свое, реализовать свой, тот самый потенциал, который есть в каждом, выполнить те задачи, которые постараться выполнить те задачи, которые на тебя возложены. А когда мы все время их сворачиваем вот на этот широкий проспект того, образа того стереотипа, который сегодня навязан нашему обществу, мы их, по сути, толкаем вот в эту матрицу, где человек человеку враг, волк, и где, по сути, они сегодня вынуждены толкаться локтями и конкурировать друг с другом. Вот мне кажется, вот я сегодня этот момент тоже, вот и хочется таким ребятам помочь как раз проложить свою колею, оградить их вот от того, чтобы они шли вот этим мейнстримом, скажем так. Если провести такое небольшое сравнение, у меня был опыт общения также и вот с западной молодежью, в том числе и в образовательных ситуациях. Мне кажется, что налицо вот эта нацеленность на материально и на удовольствие у западной молодежи. Конечно, есть исключения, конечно, и там есть ребята, которые интересуются, задают вопросы, но в большинстве своем, в массе своей, налицо вот эта прагматичность, эта нацеленность на материальные ценности, это нацеленность на получение удовольствия, на внешний успех. А вот сегодня вот в этой встрече проскальзывали совершенно другие оттенки. Можно было видеть вот это проявление истинно русского характера, русского не в этническом, а в мировоззренческом смысле. Характера человека, который ищет правды, не от мирной правды, ищет справедливости и готов пройти нелегкий путь, чтобы найти вот эту справедливость, чтобы
найти эту правду. Это важнейшее качество, я думаю, состоявшегося человека. И самое лучшее, самое хорошее в том, что вот в наше время такие ребята тоже были, но несравнимо меньше было возможностей в смысле знаний, чтобы продвигаться по этому пути. Сейчас этот пробел во многом восполнен. Есть такая возможность, и в том числе и в работах внутреннего предиктора СССР изложены базовые принципы того, как работать над собой, как стать человеком с большой буквы и как решать те проблемы, которые сегодня стоят перед страной и перед цивилизацией в целом. И мне кажется, вот такая постановка вопроса, когда человек в первую очередь начинает трудиться над собой, слышит голос совести, ищет ответы на те вопросы, которые ставит жизнь, повышает свою дееспособность и в итоге с помощью соратников, с помощью единомышленников решает те проблемы, которые ставит жизнь. Вот я думаю, вот такова формула преображения, которая так или иначе придет. Да, и вот сегодня как раз на лекции ты уже ребятам говорил, как раз тебе, жившему достаточно длительное время на Западе, это видно, что медленно, но верно в России и в мире в том числе, но в России, может быть, сейчас в большей степени это заметно, идут изменения, вот продолжает формироваться вот этот водораздел, которого не избежать, да, вот, и идут, скажем так, тектонические изменения, и очень радостно видеть вот плоды, скажем так, вот эти цветочки, которые сегодня есть, которые очень, я надеюсь, вызреют в полноценные плоды. И, как мне кажется, сегодня наша общая задача помогать всем нашим детям, вот, скажем так, приходить именно человечному строю психики, если возвращаться к нашей лексике, да, становиться людьми и прокладывать свою дорогу, реализовывать свой потенциал, находить свою профессию, то, к чему душа лежит, а не то, за что деньги платят. И спасибо, хочется сказать, всем родителям, которые сегодня воспитывают именно в таком русле своих детей. Если бы они так не воспитывали детей, некому бы сегодня было сражаться на всех фронтах, которые у нас есть, в том числе на информационных. Сегодня мы еще раз, если ребята нас будут смотреть, приглашаем их к сотрудничеству. Если вдруг кто-то захочет откликнуться и поработать с нами, сделать какой-то проект на нашем канале, мы будем только рады. Мы живем в очень интересное, драматичное время, время преображения, время, когда старое на наших глазах уходит, и уже появляются первые ростки того будущего, которое мы все так или иначе приближаем. И как никогда актуальны сегодня слова Федора Ивановича Тютчева, я позволю себе их напомнить слушателям. «Теперь тебе не до стихов, о слово русское родное, созрела жертва, жнец готов, настало время неземное. Ложь воплотилась в булат, каким-то божьим попущением не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дня воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, тебе пророчат посрамление, ты лучших будущих времен глагол и жизнь просвещения. О, в этом испытании строго, последней в роковой борьбе, не измени же ты себе и оправдайся перед Богом». Я очень надеюсь, что эти строки станут неким ориентиром для тех, кто сегодня вступает в жизнь, и они помогут
победить в той непростой борьбе, которая выпала на нашу долю сегодня. Удачи нам всем. Всего доброго. До свидания.